Уважаемые телезрители, телеканал АТВ представляет прогноз погоды на 2 апреля. И я, Олег Шагнаров, ваш ведущий погоды. Всем здравствуйте. Большой привет Айдарке, супергерою, и Трофимычу с Пентагона. По республике в холодной воздушной массе неустойчивая ветреная погода, а местами снег. Ветер западный 5-10, в отдельных районах до 18 метров в секунду. Температура воздуха по северным районам ночью -12-17, по северо-востоку местами до -24, днем от +3 до -3. По центральным районам ночью -4-9, днем +5, по крайнему югу до +9. По южным районам ночью -6, по юго-западу до -13, днем +2-7, по крайнему югу до +9. В столице Бурятии преимущественно без осадков. Ветер западный ночью 5-10, днем 7-12 метров в секунду. Температура минимальная ночью -4-6, максимальная днем +5-7. Атмосферное давление ночью будет в пределах 720 мм ртутного столба. Днем будет падать до 717 мм. Во Франции ежегодно употребляется в пищу 200 миллионов лягушек, а в Перу каждый год съедает около 65 миллионов морских свинок. Это был прогноз погоды на Первом альтернативном. С вами был Олег Шагнанов. Такое чувство, что Франция такое большое болото, а свинок как-то жалко.